Следи за тем, чтобы дверь не была открыта. Всем привет! Щурится солнце, та незнакомка тихо достала большую котомку, кралась, приближаясь к детской площадке. Клацал каблук по пыльной брусчатке, клацал каблук по пыльной брусчатке. Играли на детской площадке, песок высыпали, цветные лопатки, строили башни, лепили крючки, и улыбались радостно лички, и улыбались радостно лички. Мама мешала кипящую жижу, дама клась, приближаясь все ближе. Дети заметили ту незнакомку и зашатались, косясь на котомку, и зашатались, косясь на котомку. Сразу притихли и сбились в кучку, хватали друг дружку за липкие ручки. Коленки тряслись, хватались на ручки, бросали на дому взгляды колечки, бросали на дому взгляды колечки. Thank you.
спросила о чем-то детей. Эх, эти дети ответили ей: что они есть и чем они станут? Чистое в них уже еле заметно. Чтобы такое отребье взрастить, нужно себя опустить. Что у родителей их за мозги, если бы в чадах не видно? Пустили за дамой в догонку и окружили тут незнакомку. Грязные дети, дайте пройти. Хочешь, дай нам сперва заплатить. Только деньгами мы не берем, кровью с тебя за дорогу возьмем. Только деньгами мы не берем, кровью с тебя за дорогу возьмем. Штука. Чертит крестик и бал. Да,
моем коридоре. Дождь и пол, насквозь и съедет. Чё, Митон? Что-то прилепит Гарибаль. Пришла штука без звонка и стука, и пришла штука без звонка и стука. Штука приходит, приносит с собой кавардак, окна находит и накрывает, но будто этого мало. От подвала до чердака кутает дом свое одеяло. Чтобы ничто, нигде, никогда больше в тебе не сияло. Чтобы ничто, нигде, никогда больше в тебе не сияло. Больше из больше. Есть места, куда всегда ты можешь подойти. Есть места для радости и развлечения. Посмотри, тяни его свои волнения. Что-нибудь купи и сделай проще жизни ход. Радио и печка для жены. Мини-бар и новенький смартфон. Ноутбук. Для детей молодят ваш семейный быт. Щедро тратят бюджет на
ты-ты-ты-ты. Пропусти стаканчик, утопи свою печаль. Пропусти стаканчик, полистай хай-тек журнал. Отдохни и опрокинь еще один стакан. Радио и печка для жены. Тогда
когда ты думал, что все у тебя под контролем, этот мерзкий, липкий пирог из грязи врезал тебе прямо между глаз. И вот ты стоишь и смотришь, как он стекает вниз и капает и марает роскошную дизайнерскую рубашку, которая влетела тебе в копеечку. Ты словно и руку, и ногу за нее отдал. Но как насчет другой руки? Другой ноги. Не волнуйся, мой друг. Мы здесь. И мы внесли большие эмоции.
Будет создано снова, чтобы ты не разрушил.
самый старик, тот самый некий старик, вдох рядом возник, залез в мои уши. Как же?
ходила на тюрьму. Не ходила. Ну как же? Просто так делай. Они! Все! Этого добились. Просто. Наверное. Они. Все! Много! Ну как же? Они! Все! Этого добились! Они! Все! Много! Трудились! Бурелом сомнений, встречая головы по лицам терновым, замечали все свои изменения, неустанно пускаясь на поиски нового. Как же? Ну как же? Они! Все! Этого добились!
Thank you.
сердце, лучше печка, не печка, да лучше. Можно представить участников, да. Пока мне не выключили микрофон. Мария Бакута, бас-гитара. Василиса Кузнецова, виолончель. Юрий Монахов, клавиши. Никита Никитин, ударная. Дмитрий Ефремов, баян. Семенов Сергей, гитара.
Арсений Голос.